Кирилл, а ты что сейчас собираешься снимать? Хоку для могучего, конечно. Хока – это японская? Да, да, да. Стихотворение нужно? Да. Я смотрю, ты не умеешь пользоваться своей камерой. Да. Ты ее взял на прокат, что ли? Не, мне нужно снять стрекозу. Ну, держись ты. Красная луна. Красная луна. Измученный до ночлега. Измученный до ночлега. И вдруг... И вдруг... Глицинии цветы. Глицинии цветы. Все? Есть. Почему все ровно-то? Это что это хоку, это вообще ни о чем. Нет, ну, как бы... нет, именно так читается. Не так читается. Какая мысль была заложена в эти несколько строчек? Ты уловила? А я уловил. Да, я сразу понял, о чем речь. Насколько мягче. Смотри, в этом всем была мягкость. В этом была суровая мягкость. Я это вижу так, я это чувствую так.